Где он? Ну, Скажите, тише, вы, где тише. он? Тише, Где он? тише. Скажите. Я сказал, тише. Че? Успокоился, все? Какого? Я тебе скажу, друга твоего лечат. Ты полуфабрикатистый. Они убивают, понимаешь, нет? Да. Смотри, как он заочковал. Молчать! Где же Ваня, блин? Только посмей сюда вернуться. Какой же Ваня кидок, я не понял. Может, тут и все задаются, все эти монстры. Ну что ж, придется в одиночку идти. Вот вы и создатель всего этого! Признавайтесь! А ну признавайтесь! Вы ли это делаете? Во-первых, слезь со стола, во-вторых, что вы хотите? Я хочу узнать правду. Я не создаю то, что вы думаете. Если вы думаете, то, что я способен на это, то вы ошибаетесь очень сильно. А теперь проваливайте отсюда. Да и пожалуйста. Проспект. Группа. Минус 5. Он выдвинулся. Yes. Добро пожаловать, мистер. А вы что, уже уходите? Извиняюсь, но... Вы кто? Я твой сегодняшний друг. Ну что ж, мы же наконец-то пройдем туда. Ну давай. Ну что, проходи? Ну ладно, давай я первый пройду. Ну все хорошо. Вот дебила! Я сказал ему первым пропускать! Я так и знал, что я постава! Нет! 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 Не трогай! Это моя добыча! Я ее не нашел, я ее не съем. Че, посмотрим. Бля.
куда он, блин, свалил? Да ё-моё! Да ну нафиг, я туда больше не приду. Боже, я когда-то закончу это безумие. Где же этот дебил? Боже, вон же он. Стоять, полиция, стоп! Что здесь происходит? Чё ты, а? Ты же такой смелый? Еще раз такое будет, я тебя вообще убью вмиг. Боже мой, а как-то Влад? Во! Прям как целенький, вообще невредимый. Большое вам спасибо. Всегда пожалуйста. Влад! Извиняюсь, а вы что без стука? Не трогайте его, это мой друг. Ты офигел? Ой, валим! Армия нападает на них! Да какого фига? Ла-а-а! Ха-ха-ха-ха! Не зря тренировал. Почти всех убили. А нет, не всех. Сваливаем! Стоять! Ха-ха, теперь ты отсюда не уйдешь, тварь! Влад! Отпустите! Ты здесь теперь навсегда! Так, следите за ним, а я пошел посмотреть, как там выживает группа Проспект 5. Минус 5. Так точно, сэр. Я обязательно спасу Влада, и мы остановим это безумие. Кстати, сэр. Это мне? Да-да-да-да-да-да. Вы не сотрудник полиции, но какого фига вы запираете людей в клетке просто так? Ну вы извините, это мой... Вот так вот надо разбираться с этими погаными дебилами. Он ушел. Как его фиг? Лицом в пол! Живо! Нет! Стоять, не двигаться, стоять! Стоять! Выходи! Стоять! Следующий нападайте! Еще! Это два! Но я всегда буду стрелять! Первый! Боже, какие же они легкие! Там босс идет, нет. Так, группа проспект минус 5 вон там. Угу.
Сейчас я буду своим напарником. О боже, они заодно! Да боже! Здравствуйте. Здрасте. Чё-то вы какое-то не в настроении. Да, ну а как быть не в настроении, когда ты просто твои тупорылые эти... Ну, не знаю, как даже назвать. Рабы не могут поймать реального Гослинга. Понимаешь? Мы были на пути, чтобы его поймать. Там был миг-миг, чтобы его поймать. Не бойся. Я его уже долго поймал. А потом останется просто всей группой навалиться на него и убить его. Так, конечно, все мои напарники умерли тоже. Сражаясь с ними и его другом. Ну что ж, я советую держаться все вместе. Группой. Чтобы его прям поймать и убить! Начинается веселье! Проспект пать! Давите Гослинга! Ой-ой! Надо сваливать! Иди сюда! Блин, тупая дырка! Уху! Ой, блин, надо сваливать сюда как можно быстрее! Боже, патроны в этом оружии кончились, блин! Надо выживать! Или умирать! Боже мой! Все, теперь мне жопа точно. Привет. Еще одна. Здравствуйте. Как же вас надоели? А теперь захват. Так, кто-то говорит, два дебила это сила. Кто-то враг мне. К нему. Реальный Гослинг, я иду за тобой. О боже, этого мне еще здесь не хватало. Надо что-то сваливать. Что это? Он один это все сделал? Что? Я не верю. Где реальный Гослинг? Где он? Что? Это ты во всем виноват. Это мы из-за тебя все время не можем его поймать. Может, это ты во всем виноват? Ты не мог его тогда сразу поймать, когда ты его притянул к себе. На этой пати ты мне сам рассказывал. Чтобы больше не рыпался. Советую тебе искать Гослинга. Боже. Мне надо против всей толпы сражаться? И какого фига я опять в этом месте проклятом? Опа! Райан Гослинг! Чего? Как ты выжил? Из-за одного втыкания люди не умирают. Еще в плечу к тому же. Что ж, сразимся? Конечно, сразимся. Я тебе просто не всю силу тогда показал. Какая же ты падла. Ты слишком слабый. Это я тебе тоже не все это показываю. Нехильно. Не верю. Вот время, наконец-то, твоей смерти. Самый легкий.
легкий. Конечно. Легкий — это он про себя говорил или что? Как же легко тебя найти. Реальный, ты же Гослинг. Теперь еще ты станешь за пас 5 минут 5, а точнее сдохнешь. Опять легкий. Да ты что? Ну я им вроде говорил, то что они легкие. Пора отсюда выходить. Как можно быстрее, пока не прошел этот проспект минус 5. Боже, дебильная эта группа проспект минус 5. Папа, проспект минус 5 тут! Тво! Как всегда, легкий. Ой, толкнул. Прости. Но тебе придется умереть. Ты думаешь, что ты так отделаешь, ты просто помоляешь и свалишь, что нет? Куда? Ну все, тебе раскину тебя на смерть. Оп! Слезь! Чего? Посторонний находится здесь! Выгоняем его! Опа-на! Еще одна груша! Иди-ка ко мне! Да с радостью! Как обычно, просто испинуть! Опачки! А вот это я поймал! О, боже мой! Ладно, сдаюсь. Короче, мне нужна твоя помощь. Я вижу, как ты хорошо дерешься. Но мне реально нужна твоя помощь, потому что я один там не справлюсь против кое-каких там людей. Это шутка или что? Ты у меня первый, кто просит помощи. Не-не-не-не-не, у меня никто не просит помощи. Ты просто смеешься надо мной или шутишь? Отвечай! Нет, это правда, мне нужна твоя помощь. Тогда показывай, где они. Помогу тебе. Ну что ж, пошли. У-ху! Ё-моё, хоть кто-то мне попросил когда-нибудь в жизни помощи. Опа! Здравствуй, реальный Гослинг. Пришел. Опа, нападаем. Мы думали, ты испугался и ушел домой. Сейчас умрёшь. Где реальный Гослинг? Фиг тебе, он тебе просто не достанется. Ну что ж, проверим. Вот теперь сдохнешь, как раз таки и ты. Что
Все. Он умер. Что? Уже уходите, Влад. Сваливаем. Спасибо, Гослинг. Спасибо, мне скажет весь город. Спасение.